Здравствуйте! С вами студия «Швейный советник. Шьем онлайн». В этом уроке мы расскажем, как втачать открытую молнию, когда имеется шов. Это очень популярная разновидность втачивания молнии в платьях, блузках и юбках. Смотрим. Для образца мы взяли две полоски ткани 12 на 40, долевик 5 на 5, молнию и клеевую кромку. Отмечаем место под молнию, укладываем вровень с тканью и отмечаем место нижнего ограничителя. Шов стачивания 1,5 см. Отступили 1 см и укрепили место под молнию. Детали стачали, и место под молнию необходимо сметать. После этого от шва отступаем 5 мм в эту сторону. Проводим линию, ну, примерно 4 сантиметра с одной стороны и то же самое с другой. Шов разутюжили, теперь переносим место, где будет заканчиваться молния, и у нас стоит закрепка, на лицо, отмечаем, и сантиметр вниз. Теперь долевик укладываем лицо с лицом к нижней отметке, ровно посередине, и закалываем. Необходимо отвернуть припуск и проложить строчку с одной стороны и с другой стороны.
Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на нас в соцсетях. Помните, всегда можно сделать проще. С вами был швейный советник.